Я покупал помидоры, а мне продается миску гнилые. Я их выбрасывал, на красный менял, он опять миску гнилые. Я их на красный менял, он опять миску гнилые. И мы с ним в такой азарт вошли, что он стал в миску класть красное, а с дуру меня гнилые. Знаешь, и тут очередь сзади взвыла. Ты! Если первым выбирать начнут постелем, только на расстройство желудка останется. Ты за один красный обязан гнилой взять. Ничего, не подавится, не Рокфеллер. Я не знаю почему. То ли меня Рокфеллером обозвали, то ли я тут так закричал. Я тебе не буду сейчас показывать. Я говорю, я перекусаю вас всех сейчас в порядке очереди. Я говорю, почему я за один красный должен гнилую взять? И как зафугачу помидором в очередь. Думал, все, убьют. Нет, стоят, облизываются. Поняли, раз человек один против очереди пошел, сдурел.